Руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова объявила о необходимости создания филиалов волонтерских штабов в райцентрах области. Так, 21 июля она посетила Калязин, чтобы обсудить с местными добровольцами совместные проекты и пообщаться с жителями. Первой точкой в маршруте стал детский дом «Родничок». Вместе с директором детского дома гости осмотрели помещение. Директор учреждения и Юлия Саранова договорились о совместной работе, чтобы волонтеры могли делать жизнь детей более насыщенной и яркой. Далее Юлию Саранову ждала встреча с местными предпринимателями. По итогам дискуссии были найдены точки соприкосновения волонтерского движения и бизнеса и намечены общие цели. Встреча прошла позитивная. Предприниматели и руководители предприятий и промышленности Калязинского района задали вопрос, обозначили проблемы, которые необходимо решать на уровне района, на уровне региона, на уровне Российской Федерации. Вот важно, конечно, сейчас нам помогать реальному сектору, экономике, чтобы они имели достаточно средств для развития своих производств. Особенно это важно при создании новых рабочих мест. В заключении своего рабочего визита Юлия Саранова вместе с депутатом Госдумы Сергеем Веремеенко встретилась с калязинской общественностью. Юлия провела презентацию своего проекта «Мы вместе» и ответила на вопросы местных жителей о себе и о проекте. Собравшиеся жители не оставили без внимания и насущные вопросы – дороги, газификация и благоустройство. Есть часть вопросов, которые системный характер носят, да, то есть это вопросы, связанные с уровнем зарплат, которые есть на территории Калязинского района и нашей Тверской области в сравнении с соседствующими, да, территориями. Вот этот дисбаланс, он волнует многие, на самом деле, территории, которые примыкают вот к московской агломерации. Мы это объективно понимаем, что это такая сложная задача, вопрос, который требует какого-то комплексного решения. В скором времени в Калязине также должен открыться добровольческий центр «Мы вместе», который команда Юлии Сарановой создает по всей области.